Эти сюжеты будто возвращают в детство. Щелковскую художественную галерею украшают иллюстрации, картины и невероятные куклы, в которых живет сказка, но не простая, а с элементами мистики и фантасмагории. Персональная выставка Александры и Инны Глебовых «Сказочная страна» и ежегодный проект «Авторская кукла. Механика жизни» Сергея Бурыкина и Владимира Шулепина – настоящее эстетическое лакомство для всех, кто хочет не просто увидеть знакомые литературные персонажи, но и воодушевиться истинному мастерству и таланту авторов. Хочу художникам пожелать творческих успехов дальнейших. И детям, и родителям, и зрителям хороших просмотров. «Сказочная страна» – иллюстрации к детским рассказам, сказкам и басням. Авторы Александр и Инна Глебовы переносят зрителя в те времена, когда художественная иллюстрация сопровождала любое книжное издание. Выставка будет интересна посетителям любого возраста. «Механика жизни» – это образы, навеянные современной, сиюминутной жизнью, воплощенные в картинах и механических инсталляциях Владимира Шулепина и Сергея Бурыкина. Я начинал вообще со статичных кукол. А точнее сказать, начинал я свою деятельность с кукольной мебели. Да. Был заказ, я занимался макетированием в свое время. И заказчик попросил сделать маленькую мебель в макет дома. Вот мне что-то это понравилось. И я уже сделал потом гарнитур настоящий кукольный, да, который с успехом купили. Я даже не ожидал. И уехал он в Америку. Этот проект для более старшего возраста, хотя детям наверняка будут интересны механические куклы. Они действительно завораживают, в них хочется вглядываться. Ребята из социально-реабилитационного центра «Теремок». Выставка явно пришлась по душе. Мне больше нравится, когда такая фантастика, такая вот, где немножечко страшненько. Вот, очень увлекательно. Мне здесь все понравилось, то есть, в общем, такие жизненные картины, такая красота вообще, в общем, это просто прекрасно. Искусство просто, я не знаю, как объяснить, словами не передать. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.